Усть-Медведевский Спасо-Преображенский монастырь был основан в 1652 году. Был он изначально мужским и первое время состоял из отшельников, которые изначально существовали просто общиной у берега Дона. Когда их собралось достаточно много, то они решили послать челобитную патриарху с тем, чтобы он благословил строительство храма и благословил начало обители. Это разрешение в 1652 году и было получено. 5 годами позже у них в этом монастыре уже был свой деревянный храм. Первоначально монастырь располагался на ровном месте между двух гор, из-за чего обитель получила название Нижегорской пустыни. Святитель Митрофан Воронежский прислал в обитель грамоту со словами напутствия: «Игумену Исаии с братьей благодать, милость, мир от Бога Отца нашего Иисуса Христа и помощь Пресвятой Богородицы и всех святых молитвы, и нашего смирения благословения с вами да есть и будет. Жить бы вам между собой в любви и в Церкви Божией всякую божественную службу служить по правилам святых апостол и святых отец, и по уставу, и пейте единогласно и немятежно, а забывателей закона Божия и богохульников и раскольников Святой Церкви отнюдь вам да не слушать». Спустя 100 лет монастырь претерпел такое разрушение. Это случилось ранним утром, но так, что все братья уже бодрствовали, все были на молитве в храме, никто уже не спал. Гора, под которой монастырь стоял, был подмыт разливом. По милости Божией из братьев никто не пострадал, не погиб. И с тех пор они перенесли уже новое место обители. Они избрали выше по течению и на высоком правом берегу. Вот, где обитель находится и по сей день. На месте современной звонницы первоначально был построен первый деревянный храм обители. До сих пор около нашей колокольни можно видеть фундамент прежнего храма. Конечно, от деревянного храма Преображения не осталось ничего. Впоследствии он был разобран, и на его месте уже был построен каменный храм. Рядом со звонницей есть надгробные плиты с монастырского кладбища. Немногие из оставшихся, потому что в советское время монастырское кладбище было разорено. И надгробия были практически трактором свезены в яр, от них мало что осталось. А на месте кладбища сейчас находится дача. К концу 18 века в земле войска Донского было три мужских монастыря: Усть-Медведицкий, Кременской и Мигулинский. Потребность к иноческой жизни была и у донских женщин. Выразительницей этого желания была Мария Абрамовна Карпова. Она была вдовой и благочестиво проводила дни свои. Она имела влияние в кругах общества высших, и по ее ходатайству донские атаманы просили Священный Синод о том, чтобы этот монастырь был преобразован в женский. И в 1775 году это преобразование произошло. И Мария Абрамовна с сестрами поселились тут. Вскоре к ним присоединилось Сиротинское девичье собрание. Благочестивый диакон Василий Михайлов составил его устав и предоставил его святителю Тихону Задонскому, который написал на нем такие слова: «Сие наставления и пункты – душеполезная суть.
и потому достойны прочитания и внимания. Сего ради советую вам, избравшие житие чистое, оные с усердием прочитывать и по наставлению их житие свое исправлять, да будете достойны чертога небесного жениха Христа. Вторая игуменья Усть-Медведицкой обители Августа в 14 лет поступила в Киевский Флоровский монастырь, где прошла трудную школу послушания у своего духовного отца, иеросхимонаха Василия Кишкина, последователя преподобного Паисия Величковского. Этот замечательный старец положил начало старчеству во многих обителях. Среди них Белобережская, Саровская, Глинская пустыни. Старец Василий посещал и Усть-Медведицкий монастырь, где мудро наставлял сестер в многотрудном деле спасения и даже оставил правила для духовников женских обителей. Расцвета наша обитель и материального, и духовного достигла только при пятой своей игумене, при матушке Арсении, которая в миру носила имя Анны Михайловны Сибиряковой. Матушка Арсения происходила из знатного рода. Ее отец Михаил Васильевич Сибиряков был влиятельным человеком в войске Донском. Аннушка была пятым ребенком в этой семье благочестивой. Жену Михаила Васильевича звали Марией. Когда Аннушке было 3 года, ее благочестивые родители взяли с собой в паломничество по святым местам, и в городе Воронеже они посетили святителя Антония, который предрек матушке Арсении великое будущее. А случилось это так: когда они пришли под благословение, Аннушка сошла с рук своей няни и, бросившись у ноги к святителю, сделала земной поклон. Он приподнял ее и сказал родителям, что это будет великая жена. Впоследствии эти предсказания его оправдались. Когда Аннушке было 6 лет, умерла ее мама. Отец, конечно, глубоко переживал эту скорбь, но больше он не женился и посвятил свою жизнь воспитанию детей. Аннушка была его любимой дочерью, потому что она была более близка ему по духу. Когда исполнилось 16 лет, она уже пришла в монастырь. А до этого, конечно, отец не хотел ее отпускать от себя. И какое-то время даже испытывал, когда узнал о ее таком желании тайном. Но когда он испытал ее, когда увидел, что желание ее все более усиливается, и что она непреклонна в своем решении, он сам привез ее сюда, в этот монастырь. Тогда обитель была в убогом виде, можно сказать. Был всего один храм Преображения Господня, на то время уже каменный, ряд убогих келий, деревянных, крытых тесом. Мальчике Арсении поначалу приходилось и в поварне работать, на кухне, печь просфоры. И одно время даже приходилось быть будильщицей, будить сестер на молитву. Когда исполнилось 20 лет, она пешком ходила в Киев. Совершила на это паломничество с целью обрести, найти, хотя бы увидеть настоящую духовную жизнь или поискать духовного наставника себе, которого она в монастыре не видела, не находила. Матушка Версавия, игуменья, дала ей в спутнице еще нескольких сестер, с которыми они пешком шли в Киев.
По пути, конечно, они переживали множество лишений. И для матушки Арсении открылась совсем по-иному жизнь простых людей, в какой нищете жили люди. И сострадательное сердце ее, конечно, тоже было потрясаемо этими видениями людского горя. Когда они подходили к Киеву, их встретила весть о холере, в то время свирепствовавшей в городе. И даже вывозили уже умерших людей, и они видели эти подводы, на которых вывозили тела. Но матушка Арсения была тогда непреклонна. И, видя ее мужество, ее спутницы вынуждены были с ней идти. По милости Божией, конечно, никто из них не заболел. В Киеве они обошли все святые места Киева. Были в Киево-Печерской лавре, посетили пещеры. И матушка Арсения, приложившись ко всем святыням киевским, унесла потом эти киевские пещеры с собой в сердце, сюда, на Донскую землю. Поняв, что лучшего места для спасения она не найдет, что здесь ее сердце, здесь ее душа. И она вернулась в обитель. Когда ей исполнилось 26 лет, она была пострижена в мантию. В том же году она нашла свою духовную мать. Ею стала схемонахиня Ордолеона. Матушку здесь в обители понимали немногие, поскольку ее духовная жизнь была действительно в Боге. И она жила небом, очень любила читать, большое внимание уделяла божественному слову, молитвам. И была, конечно, примером во многом для других. Матушка Арсения, увидев это ее стремление, ее исполнение на деле евангельских заповедей, постаралась быть ее послушницей. И 5 лет они пробыли даже вместе в одной келье. Эти 5 лет матушка Арсения потом вспоминала как самый лучший год в своей жизни. Природа, она была более расположена, конечно, к уединению, к созерцанию. А Господь ей судил такой крест, как игуменство. И в 31 год матушка Арсения стала уже игуменей нашего монастыря. Она была образованной и дворянского происхождения. Очень много было предпосылок к этой должности. И потом она вела настоящую духовную борьбу со своими страстями и искала настоящей духовной жизни. Собственно, игуменский крест она приняла по благословению, по настоянию своей духовной матери. Она своим словом проникновенным смогла ее убедить в том, что именно для этого Господь ее готовил 5 лет. И матушка Арсения, так она была послушной своей старице, сказала, что я готова даже по вашему благословению оставить этот монастырь, если вы это благословите. Монастырь был для нее в жизни самое дорогое, что только могло быть. Сразу по получению должности игумени матушка Арсения принялась за благоустройство этой обители. Занималась просвещением сестер, которые были еще не образованы. Сестры, которые приходили в монастырь, должны были научиться читать с тем, чтобы могли сами положенные правила вычитывать, поучаться святоотеческих писаний, чтобы свою духовную жизнь и направление духовное иметь правильное. Со временем в монастыре она организовала школу для сирот на 55 человек. Это было
хорошая школа, по окончании которой давали аттестаты, уровня училища второго разряда. Преподавательский состав был замечательным. При матушке Арсении организованы рукодельные мастерские, золотошвейная мастерская, стегальная мастерская, была иконописная мастерская, причем матушка Арсения сама писала иконы. Одна из этих икон хранится в монастыре, это плащаница Спасителя. Молитва Иисусова так творится душою, что при ней ни о чем не просит душа. Сердце ничего не желает, ум молчит. Только вера живая в силу Иисуса, только сознание своего недостоинства, своей немощи, греховности. При молитве Иисусовой я никогда ни о ком не молилась. Мне кажется, я и за себя не молюсь при молитве Иисусовой. Я только чувствую силу, действующую во мне, силу имени великого Бога, Бога живаго, которому верует моя душа всеми своими силами, всеми жизненными действиями. Насущной необходимостью в обители было строительство нового храма, поскольку два храма на то время существовавшие в обители были неудобны и малы. Храм Преображения Господня, который был теплым монастырским храмом, был невместителен, и когда собиралось множество молящихся, то очень было тесно в храме, конечно, и неудобно. Также в обители существовал храм в честь первоверховных апостолов Петра и Павла, но он по размерам был еще меньше, чем Преображенский. И, конечно, на большие праздники было очень сложно молиться. И матушка Арсения тоже очень переживала и просила Матерь Божию и Господа, чтобы Господь управил строить новый храм в обители. И со временем Господь эту молитву ее и прошение исполнил. Это был тот самый храм, который она увидела в некоем чудном видении, бывшем ей еще в отрочестве. В конце своей жизни она рассказала своей племяннице, что видела прекрасный храм, приблизившись к которому, заметила на его стенах написанные золотыми буквами женские имена. Тут Анна услышала голос, сказавший ей, что она построит этот храм, и что имена на стенах ее сподвижниц, стояло среди них и ее имя. Казанский собор Усть-Медведицкой и Спасо-Преображенской обители был построен в 1885 году по проекту известного академика Санкт-Петербургской академии наук Ивана Ивановича Горностаева. Проект составлялся этим архитектором около 5 лет, а потом 10 лет шло строительство. И строился, конечно, чудом, потому что в том же году, когда был заложен первый камень, умер его архитектор, и матушке Арсении пришлось самой руководить работами. В 1874 году было освящение места под храм. Имевшийся на том месте храм Петра и Павла был разобран и совершился молебен. О том, сколько людей пришло на освящение этого места, можно судить о том, что в специальную яму, вырытую для пожертвований, люди бросали деньги, кто сколько мог. И
одних медных денег насобиралось около 200 рублей, которые ведрами вынимали из этой ямы, носили в дом игумени. В процессе строительства возникало множество трудностей, и средств, конечно, не всегда хватало. И бывало так, что матушка должна была выплачивать рабочим очередную заработную плату, и у нее не хватало средств. Тогда она становилась на молитву, и сестры тоже вставали на молитву. И так бывало, что к утру или в скором времени получали в обители почтовый перевод ровно на ту сумму, которая подлежала выплате. Эти колонны, поставленные в части притвора Казанского собора, были в свое время привезены из Италии морским путем в город Санкт-Петербург. Там, в мастерской Баринова, они были отшлифованы, были сделаны гравировки. Вот эти базы, капители были выполнены там. Потом по системе каналов по Волге они были отправлены в город Царицын. Из Царицына по железной дороге их везли в Себрово, или в современную Михайловку. Оттуда на валах уже их везли сюда. Около 2 лет они путешествовали. На то время стоимость каждой колонны оценивалась где-то около 180 рублей серебром. Это были, конечно, большие деньги. Еще в Николо-Бабаевском монастыре матушка Арсения познакомилась с братом святителя Игнатия, Петром Александровичем Брянчаниновым. Он духовно сблизился с матушкой и даже стал ее духовным сыном. Сохранилась переписка матушки с ним. Это неисчерпаемое сокровище на пути истинного, немечтательного делания, очищение сердца молитвы Иисусовой в подвиге смирения и послушания. Петр Александрович немало помогал строящейся обители. Колонны верхнего храма были пожертвованы неизвестным благодетелем через него. До сих пор неизвестно, кто сотворил такую тайную милостыню, но благодаря этим колоннам храм выстоял среди всех этих советских перипетий и даже внутренних взрывов, поскольку вот как раз на этой площадке, от колонны до колонны, был большой провал в нижний храм, и там вот как раз помещалась дизельная электростанция. Освящение этого храма, которое состоялось в 1885 году, присутствовало до 15 тысяч человек. И за 2 недели, еще до освящения храма, люди собирались целыми приходами, крестным ходом шли сюда к монастырю и палаточным городком располагались вокруг обители. И всех все это время обители кормили, привечали. А в самый день освящения, конечно, здесь было всеобщее торжество. Храм был полон, была архиерейская служба. Хор, который вот помещался на верхнем клиросе, как раз над входом в храм, состоял из 200 человек. Также на 2 клиросах, которые располагаются по правую сторону и левую сторону от алтаря, пело по 50 человек. Всего около 300 человек состоял хор. Один молодой поэт, случайно посетивший Усть-Медведицкую обитель, выразил свой восторг перед величием дивного храма и свое благоговение перед смиренной ее строительницей в следующих строках. «Этот храм – чудный образ духовной борьбы, подвиг инока в деле спасения. Он – создание твоей задушевной мечты, он всей жизни твоей воплощение. Пред величием дела – бессильны слова, им не надо речей громогласных, они сами, родная, поют за тебя, поют гимн твоей жизни прекрасной. Величает тебя и живая душа, величает и камень безгласный».
Одна из сестер обители, матушка Аркадия, не смогла присутствовать на этом освящении и очень скорбела. Она болела в это время, лежала в келье и не могла встать со дра своего. И Господь утешил ее таким видением. Ночью она видит себя в храме, молящейся. И там она вдруг замечает, что все стены храма какие-то золотые. И, обратив на это внимание, она приблизилась и увидела, что это написаны имена всех тех, кто потрудился для храма или, видимо, копеечку какую-то пожертвовал. Ни одно доброе дело этого Бога не забыто. Душевное состояние мое таково, что требует много труда. А в труде нужно потерпеть. И еще потерпеть. И еще потерпеть. Чтоб цель терпения был труд, чтоб цель труда – выносливость терпения. Дальше этого не должен идти труд. Ближе этого не должно останавливаться терпение. Но без Господа ни того, ни другого не достигнет душа. И опять трудится и терпит с немощью и самоукорением. Игумене Арсении было недостаточно тех трудов, которые она несла при постройке храма. 10 июля 1874 года, в день памяти святого Антония Печерского, смиренная подвижница приступила к новому подвигу. Матушка Арсения принялась по ночам тайно от всех рыть пещеры. Свой труд она хотела посвятить крестному пути Спасителя и страданиям Божией Матери. Копала на их тайно, так что об этом долгое время никто не знал. Начиная с вечера, ночью, и засыпала только под утро, часа на два. Утром также рано вставала, шла на молитву, так что никто не замечал ее отсутствия. Утром обнаруживали возле храма кучу свежей земли. И однажды, выследив ее, они упросили ее ей помогать. Но копать она им не благословила, разрешила только землю выносить. И вот три сестры с матушкой трудились над созиданием этих пещер. В общей сложности на их обустройство ушло около 13 лет. Все это время храм продолжал строиться и за 10 лет был уже построен. В 1885 году было освящение уже верхнего храма. Двумя годами позже, в 88 году, было освящение нижнего храма в честь преподобного Арсения Великого. И примерно в это время матушка Арсения заканчивает копать пещеры. Вот после чего пещеры были со временем выложены красным кирпичом, были поштукатурены, в нише были помещены иконы, и благочестивым паломникам потом со временем тоже был дан доступ в эти пещеры. Пещеры игумени Арсении представляли собой круг, образующийся из двух узких ходов. Матушка назвала их крестным путем Спасителя и страстным путем Божьей Матери. По стенам висели иконы с изображением последних дней жизни Господа нашего Иисуса Христа. По пути ходы ответвлялись на небольшие кельи для молитвенного уединения.
Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душу нашу. Вот в таких нишах находились иконы. Стены здесь, выложенные красным кирпичом, были поштукатурены мергелем, такой природный донской материал, и сверху побелены были. Также были здесь росписи евангельских событий. Моление о чаше. И вспоминается тот самый момент, когда Господь молился своему Отцу: «Да идет мимо час сей». От этого места начинается путь, по которому Господь шел, уже неся свой крест. И вот крестный путь, который он проделал в Голгофе. Посередине видим большую такую нишу. В ней был поставлен большой белый мраморный крест. Вот по сторонам в этих двух нишах, справа и слева, были две фигурки Божьей Матери и Иоанна Богослова, сделанные из мрамора тоже. Вот. И здесь как раз тот самый момент показан, когда Господь усыновил все человечество, которые уверуют в Него, Матери Божией, почему мы сугубо молимся ей, как Матери своей по благодати. Пресвятая Богородица, спаси нас. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси души наших. Это вход в пещерный храм. Этот пещерный храм совсем небольшой, даже алтарь очень маленький, и только есть царские врата и один диаконский вход. Матушка Арсения, когда копала эти пещеры, она лелеяла мысль о том, что она закончит строительство этого собора, примет схемы и будет в затворе. Но владыка, тогда архипастырь Донской, ее не благословил принимать схему, и она до конца своей жизни несла крест игуменства. Это храм живой, действующий. В нем иногда проходят службы на особо чтимые праздники в обители. Также на день памяти матушки Арсении, если он приходится на будние дни, поскольку в выходные дни бывает столько желающих помолиться, что пещеры их просто вместить не могут. Господь возводит несверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы. Сирый кого примет, и будь грешных погуби. О, Царица, Господь Боги, Бог твой сегодня в роди род. И мудрость, гости,
Здесь, конечно, помолиться очень благодатно, когда идет служба, когда батюшка кадит по всем пещерам, ходит. Храм превращается, вот, все пещеры, как один большой храм. Богородица, Дева Родосе, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в жену и благословен плод чрева твоего, яко спас родилась и душ наших. Богородица, Дева Родосе, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спас родилась и душ наших. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мы пришли с вами в келью, где находится чудотворная святыня нашей обители. Это вот камушек. И до нас только вот отголоски предания дошли. Но его появление в обители связывают именно с явлением и молитвой Матери Божией. Почему остались такие вот отпечатки, четкие камни? Что камень расплавился от прикосновения рук и коленочек, от молитвенного стояния на нем. Рассказывают люди, которые в нынешнее время живут, о том, что их родственники, жившие еще до революции, получали здесь помощь и исцеление в монастыре. Здесь, именно в пещерах у камушка. Это один мужчина рассказывал о своей родственнице, бабушке или прабабушке, о том, что она исцелилась здесь от тифа. Такое было заболевание. Также был случай исцеления слепорожденного ребенка. Тоже рассказывала, приходила и рассказывала об этом женщина. Это ее родственница имела слепорожденную дочь. И из дальней деревни, из дальней станицы ходила сюда в монастырь пешком, носила эту девочку на руках, всю дорогу молилась, постилась. Выходила очень рано утром, а к ночи, уже поздней ночью, приходила в обитель. Это паломничество, такое молитвенное, она совершала 7 раз. И вот на 7-й раз, после 7-го посещения такого, Господь, видимо, презрел на ее мольбы, на ее смирение, и ее дочь прозрела. Также самим тоже чудом является то, что здесь в пещерах камень сохранился до наших дней. Камень этот пытались вынести из пещеры, из храма, но Господь не давал, не допускал. Так что люди просто или страхом каким-то наполнялись, или камень приобретал тяжесть такую, что его невозможно было от земли оторвать, даже большим количеством людей. И здесь он оставался все время, не покидая стен даже храма. И в наше время, и в наши дни здесь тоже происходит исцеление и помощь благодатная тем, кто приходит сюда в монастырь, тем, кто просит помолиться за них, тем, кто страждет и желает как бы найти путь свой, может быть, в жизни, тоже такие люди есть. И никто отсюда не утешенным не уходит. Конечно, стараются все приложиться к святыне в монастыре, к иконочкам, к мощам, и сюда прийти к камушку. Вот. И тоже рассказывают потом, что молитва здесь, в пещерах, и то, что камушку они приложились, было для них как бы благодатным таким явлением. Некоторые даже получали исцеление здесь, даже не отходя отсюда. Вот. Кто-то получил облегчение, или кто-то вот прям явное что-то ощущал такое. Вот, и с благодарением потом, как Господу, к Матери Божией. Благодарили матушку Арсению, поскольку некоторые даже люди духовно больные, не могут даже войти в пещеры, это трудно бывает. И приходится с трудом, конечно, крестясь и как бы, совершая крестное знамение и молясь, потихонечку приходить сюда с ними. Но они потом в большом благодарении остаются, потому что им становится намного легче, конечно, в их таком нелегком житии. Также здесь у камушка ежедневно горят свечи за тех, кто просит помолиться, тех, кто заказывает акафисты. Есть у нас у камушка, читаются акафисты. И тоже люди приезжают и рассказывают, что им это очень помогает. То, что здесь и свечи горят, и молитва совершается за них.
Были даже такие случаи, что люди исцелялись от рака, от злокачественных опухолей, доброкачественных опухолей. И даже вот недавний случай, вот летом происшедший, исцеление было вот опухоли головного мозга. Женщина одна имела сестру, которая страдала этим недугом таким около 15 лет. Сама она верующая, а сестра еще далека от церкви. И вот она уговорила ее сюда приехать, помолиться. Они были на службе, видимо. И спустились потом вместе с другими в пещеры. И здесь вот у бабушки молились, просили Господа, Матерь Божию. Молитвенно обращались к мальчике Арсении. И, конечно, искренне просили. И в тот же вечер, она тоже помолившись на ночь, заснула эта больная. И ночью у нее прорывается опухоль. Причем очень удачно, так что она даже не почувствовала резкой боли. И содержимое от этой опухоли вытекло на подушку. Утром она встала и первым делом, конечно, побежала к врачам. И там они успели только руками развели, потому что, говорят, вам только почистить немножко осталось, и так у вас все благополучно обошлось. И вот они потом приезжали сюда в благодарении таком. Молебен сказали благодарственный. Также многие люди, семьи, те, кто не имеют детей долгое время, приезжают уже, просят, молятся, ставят свечи. И здесь вот, в пещерах, и на литургии тоже просят помолиться за них. И Господь, по заступничеству, видимо, матушки Арсении и Матери Божией, конечно, в первую очередь, посылает им утешение. Такое даже бывает, эти семьи потом приезжают сюда периодически, уже с повзрослевшими детьми. По 8 бывало, по 9 лет не было детей в семьях. Также были случаи исцеления от заболеваний крови, заболеваний лимфатической системы, заболеваний суставов. Совершенно различные, причем даже не только вот здесь от самого личного присутствия, но и за веру своих близких, тех, кто приезжали сюда или привезли святыню этим людям из монастыря. Тоже одна женщина описывала такой случай с ее отцом произошедшей. Она привезла ему из монастыря маслице, освященное на камушке. А отец лежал в больнице и готовили его к операции. Нужно было ампутировать, если не несколько пальцев, то даже часть ноги. Начиналась гангрена. И вот его дочь с верой, помолившись, помазала этим маслицем его ногу. На том месте, где она мазала, крестообразно, возникло сначала покраснение, потом какая-то опухоль. И вот появился чирий большой такой, который, ну как нарыв такой большой. И вот в течение суток из него выходил гной. Потом он снова закрылся и стал заживать. Причем в это же время перед операцией. И когда при повторном обследовании уже, перед тем, как делать операцию, выяснили врачи, что гангрены нет, показаний к операции нет, и этот человек, по милости Божией, сейчас хоть на своих ногах, ему не делали эту операцию, ничего ему не ампутировали. И дочь тоже прижала с благодарением сюда в обитель. Тоже мужчина лет в достаточно солидном возрасте, грузный такой по комплекции, стоял передо мной, держал на руках внучку лет 3 и рассказывал о том, как он пришел сюда на 2 костылях год назад или там 1,5 года назад. Врачи, конечно, уже лечили его, и у инъекции делали, какие-то таблетки давали, но ничего не помогало. И он, конечно, уже, надеясь больше на Бога, пришел сюда, помолился, приложился здесь к камушку, свечи ставил. И вот в течение, может быть, нескольких месяцев его состояние улучшилось настолько, что он уже с 1 костылем ходил, обходился. Потом стал ходить без костыля. И вот, когда стоял уже передо мной с девочкой на руках, говорит, вот теперь даже тяжести поднимаю. Тоже в таком благодарении Богу. Люди чувствуют помощь. И приезжают потом с благодарением. Особенно, когда трудности у людей, когда тяжело, когда бывает даже невыносимо, невозможно. Приезжают и здесь, даже просто побыв в пещерах какое-то время, чувствуют даже облегчение в своих недоумениях и страданиях. Господь словно берет на себя их ношу. И, конечно, они в такой благодарности покидают монастырь. Надеюсь, как правило, вернуться снова когда-нибудь, или даже в ближайшее время. Под кров твой, Владычица.
Матушки Арсения здесь на фотографии видно. Она, знаете, как фата. Точно, что невеста Христова. Mm-hmm. И у матушки Арсения здесь, вот видите, на фотографии там три креста. Один игуменский, два наградных. У нее был крест наградной, медали. Раньше так было положено. За дела милосердия, за дела благотворительности. Также во время войны. Вот здесь в монастыре готовили сестер милосердия, помощь такую материально оказывали, видимо, или перевязочные материалы, или продукты, или еще что-то такое. И за эти дела милосердия матушки Арсении были пожалованы награды. Также еще после смерти ее уже в монастыре получили Библию с украшениями, которую ей даровали за школу для сирот при обители. Конечно, это был человек замечательный. Это была свеча, которая горела и светила, и грела. Конечно, если почитать о ее жизни, о том, как она жила, это, конечно, чудо, чудо Божие. Конечно, еще удивительно то, что после уже ее смерти обнаружили на ее теле вериги, давно вросшие в тело. И, как выяснилось, она в этих веригах совершала свои вот эти подвиги. Купание пещер и так далее. Строительство храма, в котором она неизменно бывала каждый день. И следила за всеми работами и молилась усердно, потому что, видимо, враг тоже мешал всячески. Но она молитвой усердно его неистовство укрощала. Также она была очень снисходительна к людям. Молитвенница была большой. Вот о чем тоже можно в ее жизнеописании прочитать. Вела на переписку с Петром Брянчаниновым, также вот, опубликована в книжке «Именами» у матушки Арсении. Но, конечно, самым таким большим ее желанием было, чему посвятить свою жизнь. Это когда она разговаривала со своим братом, младшим Василием, тоже близким ей по духу, из всех детей. Они разговаривали о том, что чему следует посвятить жизнь. Матушка Арсения уже в юном возрасте таком нежном занималась поиском смысла жизни. И в конце концов поняла, что самое ценное, самое лучшее, чему можно посвятить эту жизнь, это и есть сам Господь. С усердием послужила им. Если учесть, что верхний храм был открыт для всех, для паломников, для гостей, то нижний храм, в честь преподобного Арсения Великого, был предназначен для сестер. Мирян туда практически не допускали. И можете представить, этот храм был почти, наверное, полон из-за того, что сестер было все-таки много. После того, как матушка Арсения закончила строить храм, она принялась за внешнее благоустройство обители. Были ею перестроены ветхие кельи для сестер, которые к тому времени уже в упадок приходили. Были ею построены двухэтажные, крытые железом корпуса. Также были перестроены дома для священников. Эта фотография 1903 или 1904 года, как раз за год до кончины матушки Арсении. Можно видеть, что монастырь представляет собой целый город, такой городок. За оградой с этой стороны находились дома священников, а с этой стороны тоже за оградой находились хозяйственные постройки, конюшни, каретные, коровники. Святые врата обители, вот они,
А здесь вот, видимо, Преображенский храм. Ну вот наш Казанский собор. Так он выглядел с противоположного холма в то время. За монастырем можно видеть, вот оно, видимо, место ярмарки ежегодной, которая проводилась именно для того, чтобы помочь обители. Здесь вот находился монастырский сад. И здесь вот за домами священников, чуть подальше, было монастырское кладбище. Во времена матушки Арсении на этом месте был монастырский сад. Также за рекой весь пойменный лес был монастырским. Там, на Медведице, находилось поселение монастырское. И 8 озер в лесу этом было, которые принадлежали монастырю. В них разводили рыбу для обители. Последние годы жизни, также за 15 последних лет ее жизни, был построен предел в честь Владимирской иконы Божией Матери к храму Преображения Господня. Храм этот вместе с пределом Преображенским был взорван в советское время. Также было устроено подворье в городе Урюпинске, тогда это была станица Урюпинская. Был устроен скит на реке Медведице, там находилось имение графины Михайловны Мирожановой, родной сестры матушки Арсении, которая в последние годы своей жизни пришла сюда в монастырь, а потом приняла монашество и схиму. Когда она умерла в 904 году, она была похоронена в храме преподобного Арсения Великого, где через год была погребена также и матушка Арсения после своей кончины, которая случилась, видимо, по изволению тоже Божию, за пределами монастыря. Она ездила на поклонение святым местам и была в Сарове. И там скончалась. И сюда, в монастырь, ее везли долго. И, как повествует летопись, со многими слезами ее встречали почти по всему пути, поскольку ее многие очень знали и любили. И даже здесь, в Себрово, все священство и некоторые сестры собирались при встрече гроба ее на вокзале. И под открытым небом ночью, как только пришел поезд, была совершена панихида. Панихид было много, конечно, по пути, и даже здесь, в станице, когда привезли уже гроб, и потом уже в монастыре. Конечно, ушел из жизни человек необычайный. Даже при жизни были свидетельства того, что матушка Арсения имеет дерзновение ко Господу. И по ее молитвам, по ее благословению люди даже исцеление получали. Ты всем была для всех родимой матерью, и Осионом ты жизнью праведной, и верой твердою, душой смиренною, надеждой крепкою, любовью верною. При жизни она не любила, чтобы ее, конечно, прославляли за какие-то труды или подвиги, хотя подвигов у нее было множество. Даже будучи послушницей, она, как пишет летопись наша, совершала до 1000 поклонов по ночам ради умерщвления плоти и для того, чтобы воспрянуть духом к Богу. Жизнь ее была свечой, и на свет этот стремились множество людей, как мирян, так и людей, желавших иноческого жития. «Прежде, — говорила матушка Арсения, — я познание ставила очень высоко. Мне хотелось передать другим, если можно, всему миру свои познания. Я готова была взойти на колокольню и оттуда кричать всем: спешите, спешите, пока не кончился торг.
То есть работайте над душою, пока есть случай, пока обстоятельства дают возможность потрудиться. Теперь же я чувствую совсем другое. Без благодати Божией, действующей в душе и усовершающей ее, одни познания – ничто. Потому я все меньше говорю и прихожу к такому состоянию, что не нахожу, что сказать. Я молюсь за ближнего и нахожу, что это большое благо. Так хорошо чувствуется, когда помолишься о спасении кого-либо и отдашь спасение этого человека в руки Божии. После кончины матушки Арсения обителью стала управлять ее преемница игуменья Леонида. После нее в 1911 году была поставлена игуменьей матушка Святослава, которая была хорошей ученицей матушки Арсении. Ей достался, конечно, очень сложный период, противоречивый. Именно игуменья Святослава понесла тяготы и горести варварского разрушения обители, революционной смуты и братоубийственной войны, осквернение храмов, святыни могил, лишение необходимых средств, голод и богоотступничество, малодушие и предательство. Лавины шли на игуменью Святославу и тех сестер, кто мужественно держался рядом с ней. До 1928 года обитель продолжала еще существовать, хотя официальное закрытие последовало в 1923 году. Древняя Донская обитель приняла форму Преображенской трудовой артели. В храмах был погром, но продолжала совершаться служба божественная. Сестры трудились, несли послушание. На территории монастыря была устроена детская колония. И около 400 беспризорников здесь воспитывалась. В декабре 1928 года представители УГПУ арестовали 21 монахиню, в числе которых находилась очень больная, но не сломленная духом, 70-летняя игуменья Святослава. Решением суда все подсудимые были сосланы по этапу в Самарскую область, где престарелая игуменья, как стало известно впоследствии, отошла ко Господу 7 марта 1930 года. С 1936 года в самом Казанском храме была устроена электростанция по промыслу Божию, поскольку это нахождение в храме электростанции не позволило его разрушить, и он выстоял, сохранился до наших дней. После Великой Отечественной войны спустя какое-то время здесь был пионерский лагерь. Вот после пионерского лагеря здесь птицеферма была. И уже в 80-х годах здесь было ИТУ для условно освобожденных. Даже некоторое время за гаражами еще сохранились колючая проволока, вышки такие погнутые. От советского периода на территории монастыря остались два вот этих барака. Это были корпуса, предназначенные для проживания детей. Вот во втором бараке, на крыше которого до сих пор еще виден крест, первоначально, по возрождению обители в 90-м году, проходили все монастырские службы. Там был устроен домовой храм, и около 9, даже 10 лет проходили службы. С 1990 года монастырь был возвращен Православной Церкви. И все, что от монастыря осталось, приняли братья. Было их немного братьев. И, конечно, то, что они увидели, приводило просто в уныние. Такие разрушения были,
И даже можно было стоять в Казанском соборе, в Нижнем храме, и смотреть в небо. Не было ни перекрытий, ни крыши. Все было обрушено, обвалено, осыпалось. Все, что можно было разрушить, разбить, исписать. Все это было, конечно, исписано, избито, разрушено. Братья, конечно, было много сделано. Они выносили те корабельные дизели, которые стояли с времен войны, бездействия. Их приходилось резать просто автогеном и по кускам выносить, поскольку их вынести тем же варварским способом, каким их заносили туда, было уже невозможно. Разбирали эти цементные подушки, приходилось их взрывать направленными взрывами. И после того, как они это сделали, проделали эту большую работу, на дне под ними не находили несколько даже косточек, видимо, из разоренных склепов, поскольку склепы, находившиеся в Нижнем храме, были в советское время разорены. Также братья была перекрыта крыша очень качественно, были сделаны водостоки, так что даже крыша до сих пор нигде не течет, слава богу. Начали восстанавливать стены, своды. И в Нижнем храме в трапезной части выкладывали кирпичом полы. Это до 2001 года было ими сделано. Господи, Господи, призри с небесе и вижде, и посети виноград сей, и утверди, и его же насади, десница твоя. В 2001 году обитель по благословению Святейшего Патриарха Алексея была преобразована в женскую. 5 августа 2001 году по приглашению митрополита Германа мы с сестрами приехали в обитель, в разрушенную обитель. Здесь все было заросшено сорняком, бурьяном, не видно даже было построек. Только через 2 недели мы обнаружили наш будущий коровник, где и сейчас находятся коровы. Первая наша келья была в полуразрушенном бараке. Не было ни кровати, ни постелей. И мы до холодов почти спали на соломе. Как раз был период уборки хлеба. Привезли солому с поля и по окна насыпали эту солому и спали до холодов. На стенках мы забили гвозди, на этих гвоздях висели наша одежда, форма церковная. Когда владыка приехал к нам узнать, как мы тут, настоял и зашел в келью, увидел, он прослезился и сказал, что это настоящая апостольская простота. Владыка мне сказал, я только прошу одно, не смолодушествуй. Я не поняла этого выражения владыки, потому что мой духовный отец, архимандрит Виталий, матушка Серафима, матушки Красногорского монастыря, где очень строгий устав, учили нести все лишения, которые Господь посылает, нести с благодарностью Богу, потому что Господь нам сам устраивает все, что необходимо для нашего спасения. Да воскреснет Бог, и расточатся враги Его. Христос воскреснет мертвых, смерть и смерть поправ, и сущим в гробе живот даровал. Нашу жизнь монашескую мы начали с молитвы. Мы читали акафист Божией Матери Казанской, мы
начали читать неусыпаемую псалтирь, и по сей день мы молимся за весь мир, за всех людей, которые живут, и за тех всех, которые умерли. Тебе молимся о упокоении душ усопших рабов Божьих, всех с нами ныне поминаемых, православных христиан, и уеже простились и всякому прегрешению вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я когда Господь Бог чинит души, и где же праведнее покаяются? Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божия, Царства Небесного и оставление грехов их у Христа Бессмертного Царя и Бога нашего просим. Отдай, Господи, Господу помолимся. Господи, помилуй. Стены в верхнем храме были долгое время исписаны. И вот однажды приехал в монастырь один мужчина, уже такого возраста, был здесь в пионерском лагере, и вот эти надписи делал он, даже показал какие. И они были очень высоко. Он говорил, что они даже по канатам лазили, там как-то писали это все, кто выше напишет, соревновались. И он очень скорбел, и матушка сказала пойти на исповедь и в этом грехе покаяться. Спустя какое-то время, может быть, месяц или больше, он снова приехал в монастырь, и, войдя в верхний храм, конечно, был поражен. Его надписи отсутствовали. Именно его. Рядом, которые находились, были, а его не было. И он, подойдя к матушке, спрашивал, вы что-нибудь делали, вы стирали? Господь изгладил грех его не только из души, невидимо, но и последствия греха, сделанного там 30 лет назад или больше, тоже сгладил. Так что остались только они, едва заметные царапины на стенах. С самого начала я сразу говорила сестрам, сестры, мы вычищаем мусор, вырываем эти все сорняки. Не только мы должны внешне трудиться. Самая главная задача для нас – это расчистить сердца наши от страстей, от грехов, от пороков и в сердце приготовить место для Христа. О любви к ближнему матушка Арсения пишет. Ближнего надо поставить на то место, где сам стоишь. Значит, прежде надо сойти с того места, где стоишь. Где же это то место, где стоишь? Это весь мир, видимый и невидимый. Везде самость захватила все себе, ничего не хочет уступить ближнему. И как же может любить душа ближнего, когда чувствует, что он у нее все отнимает, имея на все такие же права, как и она. Вот она и видит его врагом своим, и ненавидит его. Надо все у себя отнять, чтобы уступить все ближнему. И тогда-то вместе с ближним душа обретет и Господа. Подвижники и подвижницы этой обители своими молитвами, подвигами, трудами призывали благодать, которую и сейчас ощущают все люди, которые приезжают к нам в обитель. Все больше и больше людей приезжает к нам. Они едут для того, чтобы напитаться этой благодатью, получить утешение, успокоение, то, что им не хватает в миру. В настоящее время в обитель, конечно, приезжает множество людей, паломников из разных концов страны. И многие, конечно, ищут утешение, исцеление в своих скорбях, в своих немощах. И многие по вере, по молитвам своим это утешение, исцеление получают. Приезжают потом с благодарением, записывают свои воспоминания о том, что здесь пережили, или то, какое исцеление они здесь получили.
2003 года в монастыре строится храм Преображения Господня. И на нем 33 купола. Честь земной жизни Спасителя. Также планируется в нем еще два предела делать. Сейчас работы по его строительству пока еще не закончены, он не действует. Но в ближайшем будущем надеемся, что он уже будет открыт для молящихся. Игуменья Арсения, путь мечтательного делания, продолжение чтения. Высокопреосвященнейший Владыка, благословите прочесть. Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. В другой раз матушка сказала: «Не скорби, что не видишь в себе ничего доброго, даже не ищи добра в себе. Человеческое добро, мерзость есть пред Господом. Радуйся своей немощи, своему бессилию. Истинное добро есть Господь, Он разум, Он и сила. Молись, чтобы Он наполнил твое сердце, чтобы Он, как истинный свет, просветлил твой разум, чтобы Он был силою в тебе действующую, чтобы Он царствовал в тебе. Твое же все навсегда останется немощным и бессильным. Молись так: да будет во мне твоя воля, Господи, да будет во мне твоя сила, все побеждающая, все устрояющая. Вся жизнь твоя да будет стремлением к Господу, во время всяких искушений, во время болезни. Одним словом, в каком бы состоянии ни находилась твоя душа, направляй твои мысли к Господу. Нужно пройти через все немощи естества и всегда стремиться к Господу. Ты ведь монах, а монашеский чин потому и называется ангельским, что монах, как ангел, должен стремиться к единому». Благодарите, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных твоего, не лиши нас и небесного твоего царствия, но яко посреди учеников твоих пришел еси спаси мир, дая им, приди к нам и спаси нас. Thank you.
Многие из тех, кто посещает нашу обитель, не ходят отсюда без утешения. И, конечно, многие стараются потом еще вернуться сюда и приехать еще раз. Хотя бы просто побыть здесь, подышать, вдохнуть этого воздуха, поскольку чувствуют, что здесь именно место очень благодатное. То, что нас возрождается, может говорить о том, что о нем творит непрестанную молитву те, кто здесь ранее подвязались, начальники этой обители и, конечно, матушка Арсения. Святой Арсений,